Городские полицейские задержали 49-летнего мужчину, который в индустриальном районе сжег вместе с будкой пса по кличке Рыжик. В отношении живодера возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Преступление фигурант совершил в феврале текущего года в микрорайоне Амуркабель. Пес был любимцем местных жителей. Он прибился к одному из домов 2 года назад. Неравнодушных обравчане подлечили животное, стерилизовали, построили будку и каждый день подкармливали. Последний видел пса живым, пожилая хабаровчанка, проживающая в 9-этажном доме. Около 20:00 женщина принесла собаке еду, накрыла конуру одеялом и ушла в магазин. Пенсионерка вернулась через полчаса. Питомец к тому моменту был уже мертв. Вокруг будки толпились люди. Пироман закрыл выход из конуры, чтобы собака не убежала. А женщины, которые увидели, выскочили, начали крышу сорвали и начали его засыпать снегом, потому что воды-то нету под рукой. Вот. Он бедненький уткнулся в угол. С этим. В снег. А зад у него обгорел. Даже нога вся сгорела. Местные жители долго не могли успокоиться. Люди говорили, что пес был очень добрым и всем дарил лишь позитивные эмоции. Хабаровчане написали заявление в полицию и настаивали, чтобы эта выходящая за все рамки жестокость была наказана. Это очень жестоко. Я считаю, это вообще бесчеловечно. То есть это происходило на глазах детей. И дети здесь... Детская площадка, прям вы видите, да? И дети, они ходят и смотрят вот каждый день на эту сгоревшую будку. То есть дети несли игрушки мягкие сюда, дети плакали. Ну, считаю, что ну, такие люди должны быть обязательно наказаны. Полицейские задержали поджигателя. Мужчина постоянно нигде не работает и имеет алкогольную зависимость. Мужчина проживает в одном из соседних домов. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений против личности и собственности и отбывал наказание в местах лишения свободы. Задержанный и сам владелец пса, тойтерьера. Именно он и стал катализатором расправы. Фигурант заявил, что Рыжик облаял его любимца, заставив крошечную собаку сжаться к хозяину. Месть была быстрой. С собой у хабаровчанина была бутылочка со спиртом, который он обычно употребляет. Облив будку, мужчина поджег ее и ушел прочь. Ему грозит до 3 лет заключения. С места происшествия Анастасия Привецкая, Анастасия Манина и Андрей Алферов.